Помощник анапского межрайонного прокурора Николай Стецюк провел проверку в отделе МВД. В рамках проведенной прокурорской проверки изолятора временного содержания отдела Министерства внутренних дел России по городу Анапа был опрошен гражданин Российской Федерации, который пояснил, что данное телесное повреждение он получил по собственной неосторожности в результате падения. Факт нанесения телесных повреждений сотрудниками правоохранительных органов, а также иными лицами, не был установлен. Такие проверки проходят раз в сутки, в том числе в выходные и праздничные дни. Задержанными беседуют и принимают жалобы. Сотрудники прокуратуры выясняют обоснованность задержания и сроки.